Свою профессиональную подготовку бойцы Ленинск-Кузнецкого отряда испытали буквально на днях, когда 12 апреля на 5-м километре трассы произошла авария. Спасателям пришлось в прямом смысле вырезать тело пострадавшего из груды металла, а затем на месте оказывать первую доврачебную помощь. Легенда областных соревнований – дорожно-транспортное происшествие с последствиями. Горит автомобиль, у пассажиров кровотечение и переломы. Необходима срочная помощь. Выстрел стартового пистолета, и команда устремляется к месту проведения аварийно-спасательных работ. Пока одни демонстрируют практическую подготовку, другие добывают баллы для команды в теории, ведь от грамотных, четких действий, а главное знаний спасателя, может зависеть чья-то жизнь. Это наше профессиональное соревнование, то есть поэтому как бы подготовка у нас проводится, во-первых, во всех подразделениях она проходит ежедневно, ежесменно, то есть личный состав готовится, это наша обязанность. Мы, во-первых, сталкиваемся с этим каждодневно, то есть при ликвидации аварий, дорожно-транспортных происшествий. Главное, на что обращает внимание судейская бригада, не только скорость выполнения задания, но и правильная последовательность действий. После демонтажа крыши водителю и пассажиру оказывают первую помощь, накладывают шейный воротник на первый манекен, извлекают из автомобиля при помощи спинального щита. И тут важно не упустить каждую мелочь, как правильно зафиксировать щит, шину на перелом, как остановить кровотечение и многое другое. Главные соперники нашей команды – спасатели из Анжеро-Судженска. Среди бойцов – ликвидаторы аварии на Саяно-Шушенской ГЭС и последствий наводнения в ТВ. И уже 2 года подряд команда Анжерки становится чемпионом областных соревнований среди противоаварийных бригад. Эти соревнования, ну, очень важны для нас, как подготовка, профессиональная подготовка, навыка мы свои отрабатываем здесь. Вот молодым опыт передаем, грандиозный, наверное. Вот на нас ребята смотрят, как бы сейчас молодежи много приходит, но равняются вот на соревнования, что мы 2 года подряд уже первое место занимаем. Ездим на региональные соревнования. Ну, мало-мальски немножко неудачно, но будем тренироваться, как бы стараться. По итогам баталии на тренировочной площадке судьи назвали команды, чьи слаженные действия помогли за несколько минут справиться с заданием. Звание чемпионов и переходящий кубок достался нашей команде. Ленинск-Кузнецкие спасатели быстро и качественно эвакуировали условных пострадавших и показали хорошие результаты в оказании доврачебной помощи. Вторым стал 25-й отряд противопожарной службы из Анжеро-Судженска и третье место у пожарной части номер 16 из Чусовитина.